что ли? Губы тигра дверям, прикинь. Гаун дурной. А чё, Димон, прочатие судьба из голдовой рынка? Не знаю, такое. Он, наверное, как видит, так и видит. Ещё да, ты батик кидаешь иногда, ты меня вообще поражает. Всё, я когда шёл. Что-то не думаю, что я не могу вот эту вот арту забрать. Потому что я когда... Из вас кто-нибудь в RDR 2 играл? Я не знаю. Уже здесь? Нет. Орудие заряжено. Ты что, слышишь? Потому что я в нее сейчас играю. Но я не к этому подводил, как бы. Просто мне было не знать чужое. Просто я от нее тащить. Хватает того, что. Но позаимствовал по аккаунту. Просто там. Ну, Сережа. Блять, а как ты не помнишь, как это получить? Меня тоже можно было скачать, да? А как ты будешь играть? Основа-то должна быть у кого-то одного. О, дюк, открой-то. Ого, хорошая мама. Ну, она настолько офигенно там мир переработан, что просто я первое время просто ездил и смотрел. Прикинь, я никогда еще таких игр не встречал. Лучше, чем GTA, да? Да когда рядом не стоит, ну в плане проработки окружающего мира. Там просто они, я просто ездил и охотился, изучал жизнь. Ну, может, я такой наркоман, не знаю. Там даже рыбалка офигенная. Ну, я про другие аспекты вообще не говорю. Там за лошадью ухаживать надо, там чистить, это, ну, короче, там дофига чего. Там клиент весит, то... Кто гигов? Не клиент, а сама игра. Клиент это здесь. Нафига ты с ноги залетел? Две ракеты, две цели, блин. Две ракеты, две цели. Особенно с основной рыбалкой, я на жизнь. Да, да, да. Что вы понимаете, я вам скажу. Мы куда-то попали. О, писано! С гадом без гада! Зачем тогда людей будут? Ну там такие бутылки спирта были, я не думаю, что после этого они будут. А вы ведь что тут делаете? Я же сказал, мазут на берег. Мазут на берег. У них термин там такой, ну все, что по земле ходит, это не люди. У меня отец 3 года на Северном флоте оставил. Прикинь, 3 года. И как с хорошим живется? Ну, ничего плохого он там мне не рассказывал. То, что они жир жрали с голодных лет и под холодной водой жили. Ну, в принципе, в любой армии, по-моему, всегда жрать тут. Наверное. Я там не был. Наверное.
оружием меня в другом месте научили. Сейчас. Дисциплине опять научился. Больше я ничего не могу. Да, если ты заходишь. Что-то Центуриончик там это задержался, по-моему. Блин, прям в камень попал. Зачем АТ-шка на ледник катается? Свет, зачем на ледник? Для чего? Там расстояние не такие большие, что ты можно спрятать. Так, ну лазер меня можно заследить? Я вообще больше ничего не заслужил. Ну, хорош. Там по мосту какой-то проехал. Но... Никто бы не знает. А кто там на мосту? Создал слабость 4. Я светиться не буду пока. Да, я еще не буду. Что можно было слиться с собаком? Ну лафу где-то, но там. Да, это я. Блин, ну вот назад чуть-чуть отъехала. Прям совсем. Чуть-чуть. Вот он. А у него огнетушителя нет, не заявил. Тебе что, ассисты упали? Она полностью сгорела, блядь. Опа, там гости у нас с этого едут. Нет, с того направления, которое мы продавили. Ну это готово, это все соединено. Да. Там одни скачки, да? Да. И еще что-то есть. Же дебил. Что, меня добирать по этим? О, короче, я сам поеду. Понял, сейчас корму будет. Отлично. Последняя одежда. Последняя одежда, по-моему. О, я в тигр, прям герой, смотри, в конце боя выехал такой. Весь бой простоял где-то здесь проигран на 10-й линии. У вас 6 модулей отвалилось и 2 члена экипажа.
Достойно. Достойно отвалю. У вас бывало такое, что весь экипаж из танка выбивает? Тут такое есть, кстати. Причем, если тебе так делают, то у тебя танк не будет шевелиться, может спокойно выходить. Сережка, по-моему, такой был, они 5 человек экипажа убивают, и танк все стоит. Ничего ты не сделаешь. Ну это чересчур, по-моему. Ну такое так редко случается, что... Что так редко случается. На J0, кстати, да. Потому что с этой позиции дискомфортно. J0? Ну, перевет полностью на ту сторону. Если меня не законтрит ЛТшка. Сможешь туда метнуться, чекать? Конечно. Спасибо. Мы либо сейчас быстро поиграем, либо... Я не знаю, они просто в кучку сбились. Непонятно. Которые сосут друг друга дыма, блин. Чё ты начинаешь? Сейчас поиграем. Вон тот тяжик на длине, сейчас я его достану, если он там же будет стоять. Будет, будет. 75-ка, отлично. Сейчас все сложусь. О, да тут там не только 75-ка, там канала, да, ездит еще? Не-не-не. Куда он едет? К тебе. А почему он меня засветил? А, я чуть-чуть не так стал. Ладно. Вот это бой, парняги. Ху-ху-ху-ху. Ты аж вспотел, да? Я просто пиздец. 10 фрагов, 8 косарей настрелял. Ничего себе, магиош. На ТВП. Вот танк. На ТВП ВТУ, что ли? Не-не-не. На десятке на ТВП, от которого. Я думал, ты на этом. Не-не-не-не. На ВТУшке наколотил. Не. Блять, ну это просто дично. Бляха, с DC по краешку. Нет, я в КД 18 секунд. Но я могу помочь тебе, пока ты туда подъедешь. У тебя же три пути. Но этот чувак от тебя прям сваливает. Там еще один Porsche где-то стоит.